В нашем мире это как бы человек знает, после того, как я пострадал, мне будет какая-то хорошая награда. Но в духовном это не так. Он идет путем истины. Он знает, что с помощью этого зла он достигает зла. Это зло в нем, и он должен его исправить. Это не то, чтобы здесь страдание, а там награда. Нет. То самое злое начало обращается путем исправления в доброе начало. И в этом награда. Радуются грешникам, которые раскрываются, потому что есть место для работы, и этой работой достигаем духовного, достигаем свойства отдачи.